полное описание и точная дата выхода с первой по третью серию нового сериала «Золото». Новые серии сериала будут выходить на телеканале НТВ 14 февраля. Первая серия. Студент геофака МГУ Гоша Рудаков проходит стажировку как геолога-разведчик в компании «Алай Золото» в глухом районе Восточной Сибири под руководством стареющего геолога Мерло. Реальной властью в этих местах является местный авторитет Антон, занимающийся незаконной золотодобычей. Гоша случайно видит, как помощник Антона Руслан убивает Мерло, и теперь он единственный, кто знает координаты перспективного золотоносного участка. Из-за гибели геолога стажировка Гоши внезапно заканчивается, и теперь ему надо выбирать, уехать обратно или остаться здесь и попытаться наладить партнерство с Антоном. Вторая серия. Гоше удается убедить Антона и Руслана взять его в долю в обмен на информацию о месте, где они с Мерло нашли место рождения. Антон рассказывает Гоше старую байку о том, что глубоко в тайге есть затерянная более века назад шахта Марта. Многие не верят в ее существование, но Гоша убежден, это настоящая золотая жила. Вместе с Антоном они начинают опасную авантюру. У них есть сильные конкуренты среди уйгуров во главе с Чолпанай, главой мафиозного клана, который не собирается ни с кем делиться. Третья серия. Антон с Русланом устраивают засаду уйгурам и расстреливают их. На переговорах с уйгурами Антон предлагает поделить территорию. Антон с командой уходит в тайгу на поиски золота. Но жила, на которую было много надежд, практически ничего не дает. Артельщики спиваются, периодически устраивают драки. Антон собирается закрывать прииск, но Гоша, чтобы подстегнуть старателей, предлагает ему устроить что-то вроде соцсоревнования. Напомним, премьерные серии сериала выйдут на телеканале НТВ 14 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал. Жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.